озвучили, вот до Купера президента, ну что, на лыжах катался? Когда это? В Яхраме. Для него же специально горы насыпали. Он же на лыжах. Ну, сейчас можно, когда только вот первый президентский срок был. Вот, ну, сейчас Медведев 4 года. Вот, лет, как раз вот 7 год, 6-й, 7 год. Насыпали специальную гору, чтобы он куда-то ездил кататься. Да. Он прям называется парк Яхрам? Да. Ну, у него, ну, я не знаю, как точно его называется, это резиденция, но это ориентировочно там. Когда вот на Ахитон уезжаешь на правую сторону, Лена у меня ездила, видел. А, и Дмитровку сразу сделали, саму шоссе Дмитровское сразу сделали, асфальт положили хороший, с двух сторон освещение сделали. Она же была, мы же давно туда на дачу ездили, она же темная была дорога, там вот эти вот повороты, все в темную едешь. А какое сейчас освещение? Лучше, чем на МКАДе. Да, все фонари, все с двух сторон сделали. А сейчас не знаю, катается он, не катается, но дорога так и осталась. Сейчас ну там гора, наверное, можно простым людям. Нет, это срочно дальше, ну ближе к Москве. Практически уже к Дмитрову подъезжаешь. Это там от Яхрома до Дмитрова там ну, километр 4-5. Это когда пересекаешь вот с Бетонкой, с первой, вот где мост через эту, вот направо, ну по Дмитровке сидишь, вот направо сворачиваешь, туда вот этот мост пересекаешь. Я знаю, и слева, и с левой стороны, где-то вот там в этом районе, где-то вот у него это когда есть.